Всем добра, всем здравствуйте, канал Добрый Лёша, Farming Simulator 22, и это семейное прохождение на карте The Old Stream Farm. С нами Белка, Белочка, поздоровайся. Всем здравствуйте, я Белка, и мы начинаем прохождение нашей семейной фермы. Ну а теперь давайте вкратце о том, какие мы раздолбаи. Первое, мы тут случайно обнаружили, что у нас есть еще одно поле, которое, естественно, мы ничем не засадили. Ну, это не беда, мы засадим его по зиме, но вот у нас поле. Второе, да, вот девочка бежит. Второе, на скидосе видим тракторок хороший, классовский, 205 лошадиных сил с возможностью модификации, потом, когда денежка будет, дадут 195. Так как у нас пул, которым мы пашем, он на 180 лошадей, а самый мощный трактор у нас на 175 и без возможности апгрейда двигателя, нами было принято волевое решение отогнать тот трактор John Deere, который у нас самый мощный, продать его и на вырученные деньги купить, соответственно, тот класс. Да, он более поюзанный будет, но зато мощнее. Нам сейчас это более важно. Поэтому я его буду перегонять. Хватаю с собой на всякий случай пуп, потому что нам на участке пуп не особо нужен. У нас есть камнеподборщик, который и плужит одновременно, ой, культивирует. И этот культиватор, соответственно, будем продавать. Ну а теперь включаем небольшую перемоточку, чтобы вам недолго и нам попроще. И поехали. В общем, вот я приехал, ставлюсь на точку ремонта. Чтобы продать подороже, надо его, соответственно, проремонтировать, починить 441, и в итоге продать мы его можем за 79 520. А если покрасить, за 88 000, уже неплохо. Починить, покрасить. Продаем все-таки культиватор и продаем, собственно, вот этот вот трактор. Отлично, больше не тарахтит. Идем в магазин и покупаем вот этот класс по скидончику. О, да. И у нас еще целых 9000 остается в запасе. Давайте посмотрим на этот класс. Вот он. Заводим. Ну и пришло время перегонять его на наш участок. Давайте сейчас его перегоним, включим перемоточку и посмотрим, когда пригонимся, какие-нибудь контракты. Ну, Белочка, зацени агрегат. Вау, какая красота. И главное, больше лошадиных мощностей. Какой у нас зелёненький, какие у него колёса здоровые, большие. Прикольный трактор у нас теперь. Ох, давай прицепим к нему сразу спереди грузило, противовес, и этот камнеподборщик. Так, сначала, думаю, посмотреть контракты. Надо. Есть куча тюкования, но нам пока нечем тюковать. Есть вспашка земли за 2800, 39-е поле. Можно заценить, ну, какое поле я сказал? 39-е? 39-е. 39-е поле. Возьмем и заценим наш трактор в деле. Ну, давайте. Цепляю плуг. Неплохо было бы еще контракт принять, на самом-то деле. Беру вот этого, вот этот. А для бельчонки, я думаю, можно взять контракт какой-нибудь на сбор урожая где-нибудь рядышком. Хлопок, 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 подсолнухи, 28-е. Чтобы время не терять. Ну да, можно. 28-е поле. В принципе, хорошо, отлично, рядышком. Что здесь еще? 20... Это было 28-е поле. 34-е, 35-е, 34-е. Комбайн там? Вот, смотри, я, ты,
Я сейчас прицеплю сюда плуг, сяду на комбайн, хорошо. До поля доеду на комбайне. А, хорошо. А ты на этом тракторе за мной, там его запаркуешь, и я просто сбегаю, ну, съезжу, заберу трактор с прицепом, чтобы тебе было куда выгружать. А, ну что, я пока сажусь в этот трактор и жду тебя? Да, садись и жди, я сейчас заведусь, возьму контракт на 35-е поле. Хорошо. Он как раз соевые бобы, он не всего на 1400... Ой, нет, не 35-е, а 34-е поле. 35-е хлопок, это нас не особо интересует. 34-е поле. И пока я буду заниматься 39-м, ты его спокойно уберешь. Зерновой элеватор, 51. 51, так, 34-е. 24 минуты. Давайте, принимаю контракт. Настрой себе круиз-контроль там на 10 или на 20, ой, на 19 или на 20, потому что этот комбайн максимум 20 едет. И трогайся за мной. Девочка там выезжает. Ну и в общем, пока перегоняемся. До встречи в следующем кадре. Че? Вот мы пригнались для того, чтобы белка могла поработать. В будущем поставим на этот комбайн GPS, чтобы ей было проще. Сейчас я немножко так подровняю. И сейчас я перегоню ею тракт, ну, прицеп, куда сгружать. Ну, до встречи в следующем кадре. Ну, смотри, бельчонок, я тебе пригнал. Там потом, естественно, все это подработаешь, хорошо. Подработаешь. Конечно. Глушу и поехал выполнять контракт на вспашку. Посмотрим, что из себя это чудо-зверь-машина представляет. Хорошо, я сейчас спрашиваю. Я пока буду тут заниматься делами. В общем, пригнались мы на поле. Теперь включаем, настраиваем наш GPS. GPS. У тебя еще GPS, это хорошо, у тебя дело пойдет, а я так без GPS. Так вот. По скинончику такой выдали, что поделать. О, как он стартует, даже с плугом с опущенным, ух. Шик, блеск, красота. Вот это понимаю, это теперь не та куча матов, которые были там. Это теперь вот это вот все.
Ну, в общем, на 39-м поле мы контракт на вспашку выполнили. Хозяин поля посчитал, что этого ему достаточно. Предлагает забрать деньги. Мы, в принципе, сопротивляться не будем. У нас на нашем поле есть чем заняться. Проедем на свой участок, посмотрим, как тут дела у Юли. Ну, Юля, в принципе, уже скоро закончит даже, да? Осталось-то совсем чуть-чуть. Ну, отлично. Я сейчас поеду тогда перегонюсь, прицеплю камнеподборщик и буду потихонечку там у нас камушки обдирать. А ты там выгрузишься, скажешь, и я повезу, сдам зерно, а ты трактор потихонечку домой перегонишь. Я думаю, ой, комбайн. Я его тебе сложу, подзагну, прицеплю прицеп и потихонечку. Думаю, тут не забудешься, дорога одна. Короткое впечатление об этом классе. Это класс. Не просто так он называется, класс. Это класс. Удобненько, быстренько. Ну, в общем, я думаю, вы и сами все видели. С тем Джон Диром я бы то поле вспахивал, наверное, до второго пришествия нашего сбора урожая. Поэтому, в принципе, от данной рокировочки лично я нисколечко не жалею. Так, эти бессмертные курочки. Сцепляемся, расцепляемся и едем за камнеподборщиком. Соберем камушки, заодно попутно произойдет культивация. И будут нам из этих камушков и звезд, как для известкования того поля. А в феврале мы засадим все это дело сорго в качестве корма курицам, потому что у нас для куриц с кормом большие проблемы. И сейчас они у нас будут просто нестись, грубо говоря, в минус. Такая вот история. Так. Настраиваем сразу все дело. Это ширина 9,28. В принципе, нормально. Сохраним. Или два. Вот так вот. Запускаем космонавта. А камнеподборщик он вообще даже не замечает. Не просто так, бельчонок, мы с тобой его купили. Ой, не просто так. Обменяли Джон Дир маломощный на вот эту вот чудо-лошадку. Прям просто... Сейчас поднимемся, сделаем что-то наподобие разворотной полосы, где нам можно будет более-менее крутиться. И собираем камни.
за поясом была. Я разбудилась, и я в принципе готова. Ну, сейчас, значит, я прыгаю к тебе. Угу. Так, выйди пока из комбайна. Выйди из комбайна. Вышла. Сейчас я тебе жатку прицеплю, ну, то есть положу. Разверну товарища. Ну все, садись, перегоняй его, а я повез вот это вот добро отвозить. Хорошо, ну, а сейчас я с комбайном буду перегонять к вашему дому. Да, только ты куда-то задним ходом поехала. Тебе здесь понравилось? Походу, да. Ладно, езжай домой, а я повез, потому что нужно еще собрать камушки, отвезти их, сдать и сдать эти два контракта. И, возможно, по возможности взять еще парочку контрактов, которых выполнить. Сейчас, кстати, подожди, не, а не уезжай далеко, давай посмотрим контракты. Ну, давай еще посмотрим. Это же техника то наша. Да, 50-я, 51-я. 50-е поле. Смотрим по карте, где 50-е поле. В принципе, можно перегнать тебе на 50-е поле, и ты там поработаешь. В принципе, можно. Значит, я беру на 50-е поле, а ты по карте сориентируйся, куда. Ну, это ж капец, вот мне вот так долго ехать и нудно. Зато это деньги, которых у нас сейчас катастрофически не хватает. У Бьерки тут возникли сложности с управлением комбайном, поэтому отберем его, садим ее на трактор, и пусть она едет за нами. Круиз-контроль на 20 поставь. Покажем ей дорогу. Я думаю, нам в будущем для этого комбайна надо будет купить какой-нибудь прицеп и грузовик, чтобы нам на грузовике его возить. Потому что вот так вот 20 км, это, я бы сказал, сильно утомительно. Ну, немножко более приятных новостей. Белка, для тебя там поле, ну, более-менее ровное, с одним только корявым деревом. Не больше, это корявое дерево. Сейчас мы вот здесь вот
ты где-нибудь тоже вот, вот так вот здесь паркуйся. Я сейчас тебе жатку присандалю. Разложу. Тут угол немножко тебе обдеру. Потому что здесь вот так вот в углу еще прям под деревьями. Компот. Вот это, блин, не задачка. Задачка с кучей неизвестных. Сейчас я тут немножко это обдербаню. Вот видишь, сам угол, как вот он под деревьями здесь. У меня-то на самим собой-то ник-то не горит, поэтому мне немножко проще. Тут, когда мы будем совместные там стримы прохождения, ничего не видно, проходить, вот это уже будет критично. Так. Все, злодействуй. Я поехал дальше там дербанить. Так, ага. Я же забыл, что я здесь делал. Мы собрали камушки с нашего потерянного забытого поля и везем эти камушки делать нам известь, чтобы его произвестковать. После известкования пройдем еще, просыпем удобрениями, мы уже, как говорили, в феврале будем его засаживать сорком. Чисто на корм курочкам для белки. Не зацепился? Не зацепился. Отлично. Выгружаем. И запускаем производство. Включить. 2000 плюс 1200, 4,5. Паркуем под навес нашу вот эту чудо враждебной техники. Паркуем. Легче сказать, чем сделать, однако. А
цеплю и думаю, перегоню этот трактор к тому прицепу, чтобы быстрее отвозить. И заодно посмотрим, как там у белки успехи. Белка, у тебя там как успехи? Без GPS все очень плохо. Ну, я сейчас гоню классовский трактор. Сначала сгоняю его, отремонтирую после того, как купили. Купили же поддержан, без ремонта. Красить не буду, просто отремонтирую. А потом перегоню его к тебе, прицеплю к тому зерновозу, который у тебя. Ибо тот трактор, тот прицеп даже в горочку не тянет. Тяжко-тяжко очень тянет. Так. Надо было, конечно, сразу, как купили, отремонтировать его. Ну да ладно. Всем умны, как говорится, задним умом. Так. Починить 3000. 54. Ну, красить мы его не будем. Красить мы его, конечно, не будем. Это у нас чистый, блестящий, совсем как настоящий. Да, и чуть свежеотремонтированную технику не перевернул. Типичный Леша. Вельчонок, а может махнемся? Я на комбайн, а ты один освободившийся трактор, вот этот вот фен стоит, отгонишь пока домой, пока я тут веселюсь. Я пригнал более мощный трактор, прицеп зерновоз отгонять, потому что тот в горочку там в одном месте, он вообще не тянет. И в итоге сейчас здесь нас двое, а единиц техники три. Пока здесь убирают, ты можешь тот трактор отогнать домой и потом прийти и ждать меня. Наоборот. Да я тут просто думал, я быстрее справлюсь собирать. Ну смотри, хочешь — собирай. Я тогда поехал. Проведем пока ревизию, чего у нас здесь есть, чего у нас нет. Это здесь еще засыпано. Думаю, того, что есть, нам хватит. Так, удобрятель, засыпатель, элеватор. Так, меня вот это вот интересует. Управление. Так, во. Можно тогда... Да, иголки. Можно тогда взять и заизвестковать уже то поле, пока белка там в колесе обозрения. Ну, поеду известковать. А что еще делать? Что я хотел? Так ты ж не захотела перегонять трактор. Я уже поехал другими делами заниматься. Известковать наше поле потеряшкинское. Разгрузишься там, просто потом скажешь и все. Блин, я дюже надеюсь, что того, что у меня тут засыпано, хватит. Хотя, похоже, я это наивно надеюсь. Прости, что говоришь? Я разгрузила. Так, ты полностью поле собрала, да?
Но ты полностью его собери, чтобы полностью загрузить прицеп. И все. Ну, в общем, зарисковали наше поле, наше чудное потеряшки на поле. Узнаем, как у Юли там успехи у нашей белки. Как там у белки успехи? Я еще отрычное поле убрала, я там думаю, из-за трех маленьких кустиков париться не надо. Ну, сейчас я нарисую где-то рядышком. Ну, в принципе, да. Выходи с комбайна, я тебе сейчас его подготовлю к перегонке. Перегонки подгоню и... Да нет, не три кустика. А ну... Немножко тут доделаем. Я тут еще три ведра подобрал. Ага. Нет, там просто с торца поля был пятачок на 30 литров. Винни, Винни, я пятачок. Сейчас я их загружу. А то это ж целых полтора евро. Так. Сейчас я тебе комбайн разверну сквозь тебя. Прикольно было. Ну и в общем, сейчас до поворота, ну, грубо говоря, следуй за мной.
Там повернешь за мной, ну и дальше уже дорогу, думаю, сама найдешь. Сейчас проеду. Не найду. Утоплюсь скоро. Поехали, давай. С горя я там сейчас утопиться хотел. На том тракторе известкую. Тот трактор, по возможности, тоже надо будет поменять. О, наш Джон Дир. Кстати, он сейчас со скидкой продается дешевле, чем мы его продали. А, ничего себе, нормально. И культиватор. Так, я пока выполненные контракты сдам. Один собирать. Ну и этот, соответственно, тоже, когда довезем. А то там есть контракты на культивацию, а культиватор мы продали. Ради этого класса. Ну чё? О, едет. Белка. Комбайн. Ну, мы когда-нибудь и комбайн это тоже поменяем. Просто сейчас пока у нас альтернативы нет. Может быть, на какой-нибудь чудо распродажи урвем комбайн. Надо поглядывать просто к следующему сбору урожая. Может быть, мы к тому моменту уже подзаработаем, ну, на нормальное, так сказать. Да, заворачиваешь за мной, и эта дорога выведет уже к дому непосредственно. То есть по асфальту ехай, никуда не сворачивай. А и я помчался сдавать. Хорошо, еду прямо, никуда не сворачивай по асфальту. Сейчас подожди, бельчонок, я тут кое-что нашел. Место для отдыха. Блин, я думал, здесь игрушки какие-нибудь будут, а здесь просто скамейка. Ладно, там ничего интересного. Все, можешь ехать дальше. Ну, то есть, вот как я еду по этой же дорожке. Ну, сгружаемся и смотрим, насколько у нас на целую 1000 мы дополнительно урожая продали, плюс еще контракт, сколько-то там денежек. 2500. Я думаю, в принципе, не дурно. Ну, остались различные. Ну, от 51 поле еще, конечно, но он на целый час пишет. В общем, собираемся дома. Олег конструктор. А, и как-то я так. Я думаю, если что там сам комбайн, туда ставишь, куда тебе удобно будет. Ну все, хорошо. И только под конец нашего включения с нашей фермы до меня доперло, что у нас прицеп зерновоз классовский. Теперь к нему и трактор классовский. Все одно фирмы и марки. Да. Отлично, как бы вообще чудненько считаю. Кстати, что с тобой курям? Надо посмотреть. Ну погляди, пока я тут какого-то оленя чуть не размазал по дороге. Ну, с курями еще пока нормально. Яйца еще есть куда склонировать. Даже еще одного полностью подона они снесли по курам, у них тоже все в порядке. Ну да, единственное только что касаемо корма, не стоит забывать, что нам придется покупным кормом их кормить.
Ну а что делать? Пока покупную покормим, а там уже дальше будет видно, чем и как нам кормить. Ну, у нас как бы два поля, одно пшеница, другое будет сорго, который мы по зиме засадим. Бельчонок мне тут решила немножко квестов подкинуть. Да. Ну, извиняй, так. Паркуем нашу наш Deutsche Fach, Facher топлайнер, который, кстати, можно сложить. Господи, какой ты весь уже грязный, облупленный. Он уже как бы рабочий, мы же на нем работаем. Если у нас грязненький уже, я облупленный стал. Угу, и краска облупилась тоже вручную. Это первые трансформеры. Куть куда. Чтоб зерно не сырело. А, понятно. Ну что, настало время прощаться. Ну, да. К дому, что ли, идем? Да, идем в дом. Хорошо, идем в дом. Дверь закроем. Настало время прощаться. На этом все. Спасибо за просмотр. Понравилось? Поставьте лайк, напишите в комментариях, проявите активность. И слово Белочки. Всем пока-пока. До новых встреч на нашей семейной ферме.